дружбі і злагоді з усіми національностями, які проживають на нашій Оренбургській землі, треба перш за все знати свою культуру, свої українські традиції і обряди. В нашій області вийшло постановлення правительства, яке називається «Сохранення об'єктів нематеріального культурного наслідя народів Оренбургської області». Наряду з піснями, танцями, традиціями ми ще і розповідаємо о майстрах декоративно-прикладного мистецтва, показуємо ті чи інші предметы домашнего быта. Ну, в частности, сегодня вы видели, что это был рушник, это национальная украинская вышивка. Считалось, что более 40 рушников невеста должна была вышить на протяжении всей своей жизни, чтобы каждый рушник символизировал какую-то дату или какое-то мероприятие. Что такое обряд, что такое ритуал, традиция? Это своеобразная игра. Не зная нашего прошлого, мы не можем жить сегодняшним днем и дальше представить свое будущее. Так что это прежде всего необходимо молодежи, детям. Хочу сказать, что мы в этом музее проводим очень много мероприятий, не только вот сегодняшний свадебный обряд. Мы здесь собираемся даже отдыхать кое-когда. Мы хотим, чтобы продолжалось все это, чтобы это не терялось, чтобы все вот эти вот праздники продолжались, чтобы наши дети не забывали наши традиции. Конечно, это интересно. В любом случае, это наши предки. Мы должны их помнить, мы должны уважать, передавать опять же своим детям, чтобы они чтили. Это нельзя забывать. Как Александр Сергеевич Пушкин сказал, кто не помнит, не чтит своих предков, тот невежда, не знает истоков своих.